Так, всем здрастите. Пришли ко мне детские кроссовки 22 размера, Color Green зеленого цвета, артикул 322. Так, посмотрим, что у нас тут. У нас тут лейба отдельно висит. Что-то. А, она на этой штучке была, наверное. В общем, Lilin Shoes. Обувь для детей и подростков. Тут у нас даже сертификат есть. Он что пишет, оно видно вам или не видно, потому что на камеру что-то не очень видно. Сейчас мы увеличим. Харьковский незалежный сертификации там туда-сюда. Короче, сертификат даже тут напечатали, не свой. Круто. Печать там стоит, елки зеленые. Так, благодарим вас за приобретение продукции торговой марки Lilin. Ладно. Бумажечку мы отложим в сторону. Посмотрим кроссовочки. Так, тут они уже отцеплены. В общем, ну что сказать, ребятки, детские кроссовки. Тут нейлон. Тут у нас типа кожзама или что, я не пойму. В общем, не, это больше ткань. Да, это ткань. Это не кожзам, это ткань. Тоже. Это нейлон, ткань. Вставки кожзам. Подошва, пена, все проклеено отлично, нигде никаких зазорчиков, ничего нету, все, в общем, круто. Вот такая вот у нас еще сзади штучка, вот там у нас стелечка, сейчас стелечку вытащим, посмотрим. Так, стелечку, ух ты, тут. Так, вот такая вот у нас стелечка, с такой штучкой, подкладой мягкой. Больше похоже на силикон или поролон. Стелька прошита. Такая она. С виду она похожа на кожу. Такая довольно толстая. Тут миллиметров 5, наверное. Толщина. Не, меньше. Ну, не 5, но 3. Так точно есть. В общем, такая хорошая стелечка. Сейчас обратно запихнем. Вот так вот. Вот, и попробуем их за это вот так вот сделать. Yes. Раз. Ну, просто они не на ножке, конечно, находятся. Тут немножко болтаться. Но если так сделать, то, в принципе, нормально. Хорошие кроссовочки. Такой вот внешний вид у нас этих кроссовочек. Тут даже светоотражатель есть, кажется. А нет, это не светоотражатель, это просто белая вставка. Так, вот такие вот у нас кроссовочки. Задник у нас довольно жесткий. Не то, чтобы супер-пупер прям там как дерево, но жестковат. Такой, не особо гнется. Сами кроссовки тоже гнутся так сложненько. Вот. И гнутся они, кстати, не там, где обычно, а вот здесь. То есть, что предотвращает появление там всяких прогибов, трещин. Вот тут, где обычно это происходит. То есть, сгинаются они в самом мягком, скажем так, месте. В общем, вот такие вот у нас кроссовочки пришли.